for a crown. Gently, a king. Царь родился. Пеленки ему за нарядный халат. Звезда за корону. Царь родился. Пастухи ему подданные, солома ему трон. Сегодня царь родился. Родился в невинности, родился в любви, в Божьей любви, что дар для всех. Все склоняются перед ним, он у всех на устах. Сегодня царь родился. Мать его любит, мать родила его. Царь родился. Отец на небе, отец на земле. Сегодня царь родился. Родился в невинности, родился в любви. Иерусалим. Симеон, старина, зачем ты здесь? Я ищу Мессию, Спасителя Израиля, Царя Иудеев. Святой Дух обещал мне, что прежде чем умру, то увижу Христа. Глупцы! Они продолжают ждать Мессию! Я, царь Ирод, я их Мессия! Нет! Нет, не хочу, чтобы ты убивал старика! Просто следи за ним! Если он действительно найдет этого Мессию, вот тогда начнутся убийства! Радуйся, Мария. Господь с тобой. Благословенна ты среди жен. Почему вы так приветствуете меня, сэр? Не бойся, Мария. Ты обрела благодать у Господа. Ты родишь сына. Дашь ему имя Иисус. Сына? И наречется он Сыном Всевышнего. И даст ему Господь престол Давида, отца его. Да будет он царствовать, и царству его не будет конца. Как же так? Я обручена с Иосифом, плотником. Мы еще даже не поженились. Святое дитя, что ты родишь, сын Господа. А с Господом нет ничего невозможного. Я раба Господа. Да будет мне по слову твоему.
Joseph? Иосиф? Мария, входи. Joseph? Иосиф, я должна кое-что тебе сказать. Мне нужно объясниться. Я все знаю, Мария. Прошлой ночью ангел явился мне. Мы назовем ребенка Иисусом. О, Иосиф, я так боялась, что ты рассердишься. Я стану твоим мужем, как мы договаривались. И буду любить ребенка, как собственного сына. Я должна благодарить своего отца за такого мужа, как ты. Слушайте меня, люди Назарета! Слушайте меня, люди Иерусалима, указ кесаря Августа. Весь народ подлежит переписи и облагается налогом. Каждый человек должен пойти в город, где он родился. В нем будет записано имя каждого, и каждый станет платить налог. Вифлеем слишком далеко, Мария. Но у нас нет выбора. Да, я знаю, но тебе опасно совершать такие путешествия. А если ребенок родится в пути? Тогда тебе придется заплатить налог за троих вместо двоих. Иосиф, мне кажется, ребенок вот-вот родится. О, нет. Мы почти в Вифлееме. У нас есть еще немного времени. Думаю, совсем немного. Отвлекай меня! Свободных комнат нет! Но, сэр, моя жена... Похоже, все постоялые дворы заняты. Не волнуйся, Мария. Мы найдем ночлег. Хозяин! Что? 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 Нет, 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 нет. Прости меня, мой друг. Как видишь, мест нет. Трактирщик, где мое вино? Где мое вино? Простите. Безусловно, моя ошибка. Спасибо за терпение. Нет ни дюйма свободного места. Мне приходится ходить на цыпочках. А теперь прощай. Но, сэр... Наверное, ты забыл убрать руку. Не даешь закрыть дверь. Прошу, пожалуйста, сэр, моя жена. Ребенок вот-вот... А я тут при чем? Мне пристроить прямо сейчас еще одну комнату? Но моя жена... Ребенок... Читай по губам! Комнат нет! Ребенок? Ты сказал, что у нее вот-вот родится ребенок? Возможно, у меня есть для вас местечко.
Там хотя бы тепло и безопасно. Не совсем комната, почти что хлев. Что я говорю, это и есть настоящий хлев. Наш новый хлев намного-намного лучше старого. Но сейчас в нем стоят лошади и ослы наших гостей. А в старом хлеву мы держим наших собственных животных. Вообще-то это пещера, но... Там тепло, и мы только-только постелили свежее сено. Сэр, мы благодарны вам. Разве я могу кому-то отказать? Невозможно так вести дела. В хлевах рожают детей. Я с ума сошел. Мария, не бойся. Я не боюсь. Ты же рядом. Иисус. Так тебя зовут. Ты знаешь, кто ты? Наконец-то ты с нами. Это самое главное. Засыпай, Мария. Он сильный, красивый малыш. Засыпай. Только посмотрите на огни в Вифлееме. Я впервые вижу город таким неспокойным. Эй, пес, мы пытаемся спать. Эти люди из далеких стран. Вспомните истории, которые они рассказывают. Все эти истории одинаковые. Правдивые сказки надоедают, а интересные... В них сплошное вранье. Все равно, я бы хотел попасть туда. Лучше тебе смириться с этим, парень. В Вифлееме никогда не происходит ничего важного. А теперь ложись спать. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, ниспосланную всем людям. Ибо родился для вас в городе Давида Спаситель, Иисус Христос, Господь ваш. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленках, лежащего в яслях. Слава Господь Небесный! Слава Господь Всевышний! Нужно возвращаться в город. А что делать со стадом? С овцами будет все в порядке. Сегодня родился Спаситель мира. Слава! Слава! Слава, Господь Небесный! Слава, Господь Всевышний!
Как такое может быть? Ну-ка, еще раз посмотрим. Так это же новая звезда. Неужели знак того, чего мы ожидали? Произошло. Царь небес родился. Друзья мои, не знаю, как решите вы, но я хочу увидеть царя, прежде чем умру. Давайте принесем ему дары. Золото Персии, сладкий аромат ладана из Абиссинии, миру из Индии, дары для новорожденного царя. Нам предстоит долгое путешествие. Остановитесь. Пожалуйста, остановитесь. Сэр, прошу вас, позвольте нам пройти. Мы пришли в храм, принесли нашего младенца. Можно мне посмотреть на вашего прекрасного младенца? Его зовут Иисус. Я знаю этого ребенка. Мессия. Он родился. Это он? Неужели он? Благословенный младенец, любимый агнец. Все вы, пришедшие в храм сегодня, благодарите Господа. Если вы ждете спасения, оно пришло. Спаситель! Господи! Теперь я могу спокойно умереть, ибо мои глаза видели спасение. Младенец? Мессия, младенец? Так я должен бояться младенца? Младенца. Но младенцы же вырастают, да? Они так быстро растут. Да, да, так и есть. А ты, случайно, не узнал, кто родители этого младенца? Ну, тогда, может, тебе известно, где живет младенец? Идиот! Добро пожаловать, мудрецы Востока! Да, да. Что привело вас в Палестину? Мы ищем среди иудеев того, кто рожден быть царем. Мы видели его звезду на востоке, знак его рождения. Мы пришли поклониться ему. Новорожденный царь иудей! Какая прекрасная новость! Адмил! Что такое, царь Ирод? То есть я хотел сказать, вы звали меня великий царь? Поднимись, поднимись! Ты слышал, кого разыскивают мои уважаемые гости? Мессию, правильно? Того, кто родился быть царем иудейским. Где должен родиться этот Мессия? Где? Нет, не та рукопись, это не она, нет, не она, возможно, это не она. Вот она! Нашел? Так, посмотрим. Мир погряз в грехе, нет, не то. Единственная на него надежда, нет, не то. Будут прокляты, нет, и случилось так. Это тоже не то. Вот, нашел? Вифлееме. Вифлеем?
Да-да-да-да. Маленький городишко на юге Иерусалима. Его еще называют городом Давида. Это недалеко. Благодарим вас, вы нам очень помогли. Счастливого пути, друзья мои. Разыщите новорожденного царя, а после скажете мне, где он, чтобы я тоже мог пойти поклониться ему. С радостью, царь Ирод. Оставайся с миром. С миром. Да, вы тоже ступайте с миром. Новый царь. Мы видели звезду. Она привела нас сюда. Разрешите увидеть младенца, о котором говорится в пророчествах. Мы пришли поклониться им. Ходите, пожалуйста. Его зовут Иисус. Господь мой. Мой царь. Учитель. Они разыскали его. Наверняка разыскали. Иначе почему они отправились домой другой дорогой? Все это заговор против меня. Против меня! Меня! Но у них все равно ничего не получится. Говорю тебе, ничего не выйдет. Кем бы ни был этот мальчишка, он не проживет так долго, чтобы бросить мне вызов. Ты понимаешь? Я Ирод! А ребенок из Вифлеема должен умереть. Убить его! Убить его! А чтобы точно удостовериться, убить каждого мальчика младенца. Иосиф, Иосиф, вставай! Царь Ирод разыскивает ребенка, чтобы убить его. Ты должен увести младенца и его мать в Египет. Какой странный сон. Мария, проснись! Что случилось, Иосиф? Мы уезжаем из Вифлеема, сейчас! Посмотри там! Эй, вы, открывайте! Они оставались в Египте до тех пор, пока ангел Господний не сообщил Иосифу, что Ирод умер. Затем они вернулись в Назарет. Мальчик подрастал и становился сильным духом, исполненным мудрости. И благодать Господня была с ним.